Хостел. Хостел к какому адресу, помните? Адрес Шамиль-Дмитровка. Дмитровка. На Дмитровке. Дмитровку, что именно? И вообще, Чара, как район. Район Дмитровский. А улица какая? Учусь на Мидо. Учусь на Мидо, трасса, да. На трассе, говорит. Дмитровка. Дмитровка на трассе. Хорошо. С кем он жил там? С Мухаммадом. Еще? Там. Все. С Мухаммадом. Потом с какого времени он с Мухаммадом жил? Мухаммад сказал, что 10-15 дней назад. Мухаммад Катичава, Синдаги Карвидарка. У меня звездина Катичава, ну, Карвиак был. Около месяца вместе. 15-20 дней где-то около месяца жил. Чем они занимались? Чекурный Карвиак. Машину он взял, хотели работать. Кто взял машину? Машина Ракиды Рифты. Хариды? Ки Харид? Ахшинуски? Абдулло. Значит, это знакомый Абдулло купил, значит, машину, хотели работать на этой машине. Машина что это, такси или грузоперевозка? Такси, ковушка, маленькая машина, такси хотели работать. Хорошо, Абдулло кто такой? Абдулло Киева. А вот телеграмма, да, мужчина сюда, бабочка. Как он с ними познакомился? Телеграм. Он говорит, телеграмме. В телеграмме познакомился? Да, телеграмщина в суде. А по какому это телефону? А телефон их ки, телеграмм, так и галзады. Телефоны кидают телеграм рулай кабинет. Да, вот человек и габы задали в том саду чем. Не-не-не, телефоны ки будут. А телефоны кикал задает. Телефон ходом? Ходит. Да. Он со своего телефона. Со своего телефона. Да, со своего. Хорошо, телефона. Когда? Каева коти муж. Когда именно с Абдулло познакомился? Кайт Абдулло коти кайшин лошади. Я го. Чего? Да. Где-то около 10-12 дней назад. 10-12 дней? Да. И он сразу машину это... Он сказал, работать будем. Могу в том кормить, но декором в том, черном декором, в том кормить. Он сказал, вот я уже, я без работы, столько времени, хочу работать. По два чековки. Кто такой Абдулло? Абдулло Кейхадыш. А мы телеграм починился, да? Он в телеграме знакомился. Ты с ним виделся? Хадыш Адидаги. О, ты виделся? Он с ним не был. Этот? Он? Абдулло? Абдулло? Ты с ним познакомился где и когда? Когда Кайда Кджоба чинул шили. А мы телефон хотели. Сюда баран мужчина. А где встретились? Да, Кджоба и Катихши. Когда мы машину покупали. А машину где? Машина Рада Кджохари. А мы Дмитровск сейчас. Дмитровском шоссе купили. У кого? Айкиги Хариды. Когда он хочет там больше? Айдулора. Хочет родственник, у родственников Абдулло.